опять стена, непонимание. Качусь стремительно я вниз, в круговороте я страдания. Все так реально, не каприз. Казалось, вот он, горизонт, так близко, что рукой достать, оскома от обид набит, без слез эмоций не сдержать. Как чуждо стало все вокруг, что было ясным лишь вчера, и замкнут, замкнуто мой круг, и вновь без сна я до утра. Перебираю в мыслях все, что так не сделала, когда? Уйми же страдание мое, шепчу в молитве я всегда. От боли тяжело дышать, в подушку тихо плачу я, ведь завтра жить и вновь решать. Такая вот судьба моя. Я на распутье, как мне жить, писать, работать или плыть? Ведь давит, давит меня быт, или простушкой просто слыть, которой много и не надо, прожито день и хорошо. Нет, не могу и вновь не рада, в терзании вновь опять душа. Уснуть мне мысли не дают, поднимут вновь меня с постели стихи. Стихи меня спасут, я с ними в буре и на мели. Вот завтра снова в новый бой, вся жизнь будто бы война. Мне б силы, чтобы быть собой. Здесь вера только мне нужна. Иначе утону я в грязи людской всей ненависти зла. Не утонуть бы в топкой вязи. Молитвы прошепчу слова. Прости, мой Бог, и пощади, очисти душу, мысли мне, с терпением снова поведи. Я на распутье, страшно мне. Мой Бог, согрей своим теплом, тепло надежды, силы, веры. Не пошатнется пусть мой дом, и укрепи в нем верой двери.